Память – штука сложная. Мы запоминаем то, что хотим запомнить. И забываем то, что нам нужно забыть. И как прикажете рассказывать о том, что было на самом деле? Ведь в этой истории абсолютно все правда. Мы основали Casablanca Records. Артисты работали с нами, а не на нас. Они были как семья. Кис, братья Айзли, Донна Саммер, Билл Уизерс, Парламент, Глэдис Найт. Ты правда потратил все 3 миллиона долларов, которые Warner дали тебе авансом? Вообще-то я потратил 4. Обычный день в этом офисе. Люди в восторге, когда видят, почему же пластинки не продаются. Дона нигде не продается? Я верил в Дону и знал, кем она может стать. Тебе предстоит схватка с самим Берри Горди. Вероятно, это последний шанс Касабланки. Взлетаем! Вперед! Абсолютно все в этой истории чистая правда.